знают, наверное, большинство. Это самое страшное, что у меня полюция была в 33 года на кровати со строго, когда я спал в Сочи. Вот это когда ему в рот залетело? Нет. Серьезно? Да, я хуй знает откуда. А, или 32, мне было 33. Я лежал просто, я просыпаюсь. Самое интересное, что в 32 они еще не были знакомы. Нет, мне просто... Я так и познакомил. Я просто в клубе зацепил. Я просто просыпаюсь, я просыпаюсь весь, короче, в конче. Ванёк лежит рядом. Тиктоки смотрит, а мне надо как-то не спать, встать, блядь. И я, короче... И рот в конче у него. Он говорит, доброе утро, малыш, блядь. Он говорит, доброе утро, маленький. Я аккуратно шорты стянул, короче, одел, пошел мыться. А представь то, что, типа, это Ванёк просто тебе на трусы накончал. И ты подумал... Да-да-да. Дальше типа тиктоки смотрит, да? Ты думаешь, я ночью кончил, типа, все на лбу умыть. Да, я понял. А это ему Ванёк рот обчил, блядь. И тебе стало неудобно перед ним, а он просто посмотрел, как ты будешь в этой ситуации.